Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. Тише, а то охрана прибежит. Они еще тоже то, что мы не можем им отдать. Сработало. Сможешь выбраться? Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Нужно идти. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Серебряный портсигар. Выглядит так, будто пережил войну. Что неудивительно. Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука обоюдная. Итак... Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Красные посылали заключенных в шахты. Было мало. Они... Отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. Ох, какой ужас. Те, кто вышел тогда, многое могут рассказать. Здесь был трудовой лагерь. Самый надежный путь для побега через старое депо. А дальше? Моя деревня в долине, по ту сторону горы. Там нас не найдут. Командный пункт 2. Последний вертолет ушел. Вас понял. Это последний груз. Сообщили о проблемах в рубке связи. Опять дикари, что ли? Нет. Это женщина. Одиночка. Вооружена. Она уже натворила дел на периметре. Она кого-нибудь привела? Стой здесь. Я разберусь. Так, погоди, почти готово. Есть! Пошел! Поехали! Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. Напали! Пойдем на разведку.
знаков. Я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор. Я уже там. Анна, мне нужно туда. Пара снайперов и разведчиков. Он здесь. Я чувствую. Черт! Осторожнее, Лара. Мне нужно самой попасть в развалины. А кровь? Пусть пока живет. Скорее бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся и Святой Источник... даст тебе жизнь. Что еще важнее? Жизнь в чистом, безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. Здесь,
лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу. Черт, надо сматываться. Нашивка солдат Троицы. Один рисунок без слов. Они не афишируют себя даже перед собственным. Нужно достать провод из воды. Вот. Yeah.
по мере продвижения вдаль. Впервые за последние недели у меня словно спала с глаз пелена. Я знаю, что здесь что-то скрыто. Это искали красные, а теперь ищет Орден Троицы и Анна. Анна. Господи, до сих пор не могу поверить. Все это время за папой она тоже следила. Надо идти дальше. Найти Якова и помочь его людям. Если я смогу убедить их, что мне можно верить, возможно, он ответит на мои вопросы.
вперед! И не тормозить! Что здесь случилось? Мы прорываемся в... Яков? Депо уже близко. Ты там? Знаки отличия боевого ордена Троицы. Еще плакат. Враг за все ответит. Хм, жутковато.
Что ж ты так долго? Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой.
Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знаешь, что сделала правое дело. Нет. Прости. Я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его? Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Яков, ты здесь? Черт, где же он? Штаб, у нас тут на старой лесопилке местная. Мы ее ранили, но упустили. Тут повсюду ловушки. Одного мы уже потеряли. Начинаем разведку. Я снова одна. Яков ушел вперед. В нем есть что-то такое, что ускользает от меня. Странное, но почему-то успокаивающее. Как будто я могу сказать ему что угодно, а он и бровью не поведет. Не будет осуждать. Но в то же время трудно понять, что у него на уме. Я сердцем чую, что он хороший человек. Он спас меня. Наверное, ему можно доверять. По крайней мере, пока. Только никак не могу избавиться от назойливого чувства, что он знает больше, чем говорит.